На конкурс дети читают стихи. Выстропова Алиса, 6 лет, год, Москва. Автор Виктория Цуканова. Как мало вас осталось ветеранов. Как-то трудно это все осознавать. И до сих пор болят былые раны. И до сих пор нам нужно побеждать. Пускай салют венчает День Победы. Пускай жизнь дарит долгие года. Вас поздравляем, прадеды и деды. Наш пример геройства навсегда.